Сегодня в ауле Хабиес открылась сельскохозяйственная ярмарка с участием предприятий из разных районов Карачаева-Черкесии. Мероприятие приурочили ко дню весеннего равноденствия, празднику который отмечается с давних времен и символизирует начало полевых работ. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Группа людей в национальных костюмах и их верный непарнокопытный друг проходят по площади районного центра вдоль торговых рядов. На столах, стеллажах и в ящиках разложены преимущественно овощи, фрукты, семена, саженцы, выращенные на сельхозпредприятиях Карачаево-Черкесии. По словам участников, они рады возможности представить свою продукцию более широкой клиентской аудитории. Собственное производство, у нас собственная выработка, мука собственного производства. Продукция у нас вырабатывается из собственной муки, также отруби у нас есть, макароны собственного изделия. Сколько времени существует ваше предприятие и что изменилось с тех пор, как начинали и сейчас? Ну, многое чего изменилось за 15 лет. Я занимаюсь плотно последние 10 лет. Я начал много чего нового. Есть у меня саженцы, яблони, допустим. Десятка лучших сортов мира есть, которые входят туда. Есть шикарные сливы, осенние, весенние, зимние сорта груши. В свою очередь организаторы были уверены, что даже несмотря на в целом не ярмарочный день вторник, желающих приобрести экологически чистые товары по умеренным ценам будет немало. А уж если мероприятие приправить праздничным действом, приуроченным к началу полевых работ, количество посетителей увеличится многократно. Испокон веков наши предки отмечали этот день. День, когда начинаются полевые работы, день, когда начинаются работы с садами. Как известно, наши предки были очень хорошими садоводами, очень хорошими агрономами, поэтому этот день очень сильно почитается у нас. И действительно, в этот день ценителей культурных традиций было даже больше, чем покупателей. Впрочем, музыкальное костюмированное представление совершенно не мешало людям приобретать понравившиеся товары. Свою развлекательную миссию выполнили и юные артисты, которые, несмотря на довольно прохладную погоду, продемонстрировали зрителям как свои танцевальные способности, так и знания обычаев, передающихся из поколения в поколение. Артур Мхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабиес.